После дождичка в четверг тверские улицы стали напоминать венецианские каналы. Вечером 27 июля Тверь накрыл сильный ливень. Всего за пару часов выпало почти треть месячной нормы осадков – 26 миллиметров. Традиционно под водой оказались некоторые улицы. Так, удару водной стихии подвергся проспект Победы в районе пересечения с улицей 15 лет Октября. После сильных осадков там часто наблюдается подтопление. Под воду ушло традиционно и кольцо в Южном. Затопило дорогу в районе дома номер 46 по бульвару Гусева. Утром в пятницу воды на проезжей части на проспекте Победы и в Южном уже не было. Как сообщили в горадминистрации, в ночное время сотрудники МУП ЖЭК устраняли последствия непогоды. И лососная техника также работала на бульваре Гусева и на Октябрьском проспекте. Виной такому разгулу стихии стал застрявший над регионами ЦФО атмосферный фронт. По словам синоптиков, среднесуточная температура июля почти на 5 градусов ниже нормы, а осадков с начала месяца по областном центре выпало 168% от месячной нормы.